Всем привет, с вами я, Диалчоп 666, то есть за 3 шестерки. Сегодня мы поразговариваем Сегодня мы разговариваем, что я давно не был на Ютубе, что я пропал, что... Ну, короче, у меня были дела, я ездил в Лазурское, был в Сочи, был на Розахуторе, был в Дельфинарии, вот такой вот у меня амулетик, как вы заметили. Уже во многих сериях, но когда я снимаю какие-нибудь там видео. Значит, что я хочу вам рассказать. Давно я не был, я пропал на Ютубе, уже где-то, ну где я уже пропал? Походу я месяца не был на Ютубе, я вот залил 4, у меня сколько там, 6 роликов походу было. И я понаснимал видео, и тут у меня очень много видео. Слушайте. Летите. 2 минуты... Ой. Погодите. 2 минуты назад у меня уже 2 просмотра на моем видео. Летите. Значит, первое это обзор нам... Ну, вот, видите как, да? Короче... Как вы знаете, канал мой развивается, подписчиков становится все больше, или они вообще не больше, или они вообще не растут. Вот. Что я хочу вам сказать, извините. Большое извинение, что я давно так не был на Ютубе. Я в Сочи ездил, у меня вообще там дел не было, но я выпустил все-таки один видосик, нашел время. Для видосика, это обзор на мой санаторий Манерон. Вот он, кстати. Я вот сейчас сижу в Ютубе, нам вот обзор на мой санаторий Манерон. 24 просмотра 4 недели назад. Значит, Окей, зайду потом. Значит, что... Что я хочу вам сказать? У меня есть еще старый канал, но там очень мало подписчиков. Так что зайдите, подпишитесь, пожалуйста. Ну, а лучше подписывайтесь на мой основной канал Диалчоп 666, где я выпускаю сейчас видосики, всякие летсплеи, всякие там, я не знаю, влоги и всякие там ужастики. Как прошлые... Вот, расскажем о настроении. Там уже я выпустил видосик, где я, как я там сказал, что я буду снимать всякие страшилки, и это да. Так, и я буду снимать с каким-нибудь напарником. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Диалчоп 666, то есть 3 шестерки. И все, всем удачи, всем пока. Увидимся.